Я 5 лет молился, постился, чтобы Господь дал нам Пятидесятницкую церковь в нашем селе. И мы молились дома, с семьей, и через 5 лет так вот Господь дал нам реп-центр в нашем селе. И слава Богу, что Он нас услышал, нам наши молитвы, исполнил наши желания. Много людей приходят и находят здесь Бога, находят новую жизнь. Господь их изменяет. Поможет в дальнейшем. Сейчас нахожусь в революционном центре, где, слава Богу, я благодарю Бога за такую благодать, которую Он тут дает, что Он спасает нас, что мы не грешим, что мы ходим, как Он в Писании нам говорит, чтобы мы ходили во свете Его. И слава Богу, я благодарен Ему, что Он поменял мою жизнь. Вот это наш хоздвор, мы выращиваемся свиней. Быстро домой! Все прославим, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Молочко свежее и утреннее. Берите вон эти, Захаровна, берите. Давай. Настоящее цельное молоко. В реабилитационном центре. Я возьму, схожу. Тепленькое еще. Давай, очень жаль, что не можем передать вам весь вкус, аромат и свежий воздух. Также держим в центре еще козы, 21 коза, которые тоже Володя пасет, смотрит за ними. Теленок. Да, теленок вместе с ним.
Хрустальную вазу на полку не ставлю фиалок и роз я, не ландыши с запахом тонким, пшеницы, лапты и колосья. Пучок колосящихся злаков не роз и жасминов дороже, он служит таинственным знаком заботы и щедрости Божией. Христос милосердный, Сын Божий, небесом назвал себя хлебом. Нет пищи дороже, богаче, в молитве Христом жив под небом. Меня зовут Михаил, я родом из Григориополя. В данный момент я нахожусь в революционном центре. В центр я попал в апреле месяце, было прохладно. Я так на все это посмотрел после того, что было в моей жизни. То есть я мог себе позволить очень много там, всего такого лишнего, можно сказать, в той жизни даже. Я посмотрел на все, для меня было как-то так диковато, потому что здание еще не достроено, холодно было, печка топилась, отопления не было, вода в колодце, носить это все дело. А у меня этот процесс, вот первые дни, процесс отхода от той бурной жизни. Понимаю, что я просто губил свою жизнь. Я губил сам себя. Не понимаю этого. Но помимо того, что я губил себя, я губил еще всех окружающих. У меня была семья, был ребенок. Но они есть, но они не со мной. Они ушли, жена от меня ушла. Я очень редко вижусь с ребенком. Если бы я в то время познал бы Господа, моя бы жизнь, наверное, бы была совсем другой бы. Я вот сейчас это осознаю, я понимаю это. Что без Господа ни один человек в этом мире не может жить праведно. А я 30 лет забивал гвозди в руки Иисуса. То есть в руки того, кто может нас спасти, нас поставить на путь истины, на путь света и любви. А Он простил и принял, и сделал меня Сыном Божиим. Только любовь может спасти этот грешный мир. Первый магазин бомбанул я. Не, квартирную кражу сделал первую в городе Алатыре, в Чувашской ССР. Дали мне за нее 3 года. Отсидел я эти 3 года. Ну, а в общем, со всеми этими судимостями и уже как-то надоело, устал. Ну, в общем, много можно рассказывать, но я, в общем, отсидел 36 лет за всю эту бытность. 4 года отслужил, вот 40 лет казенной жизни и кушаю вот эту кашу 40 лет. Понимаете? И варю причем еще плюс к тому. Ну, знал, что Иисус Спаситель и прочее, это я читал. А тут уже я натурально его, как говорится, не то что... У меня даже слов нет выразить благодарность Господу. Нету слов таких. Я от чистого сердца говорю это. Иисус может изменить даже и вашу жизнь, граждане, понимаете? И вот, поделитесь секретом, как все-таки человек, приходящий к вам в центр, получает освобождение? В чем заключается этот секрет, это чудо? Ну, мы не делаем никому массажи, нет у нас лекарств, таблеток, молитва, вера, окружение братьев и сестер, и такое душепопечительство, оно дает результат, и люди и на третий день замечают, что они не курят, видят это понимание, это расположение к ним, и они сами становятся на нормальный, правильный путь. Благодарение Господу. Бог и сила молитвы делает это чудо. В моей жизни сначала все было гладко, хорошо, росла в хорошей семье, в обеспеченной. Но потом случилось так, что как единственный ребенок, все мне разрешалось, все прощалось. Ну и начала потихоньку пить, курить. Допилась до того, что продала квартиру, пропила, попала в больницу. В общем, сатана довел меня, опустил ниже плинтуса, как говорят. Очень низко. Но спасибо Богу, я очень благодарна ему за то, что я нахожусь в этом месте. Он вернул мне все, что я потеряла, все, что у меня отобрал сатана. Он мне вернул здоровье, он мне вернул семью. Мы здесь живем одной семьей, дружно, пусть суровые и тяжелые условия, но мы стараемся, смиряемся, зато сердца у нас горячие,
живем в мире, в любви друг с другом. Мне тут очень нравится. Я тут нахожусь уже 4 месяца. Я не жалею о том, что я попала сюда. Я счастлива. У меня есть все потребное для жизни. Я имею покой в душе. Я имею надежду на светлое будущее. Я рада, что я освободилась от своего греха. Я рада, что у меня есть много новых друзей, я познакомилась с очень интересными людьми, что мы ведем такую жизнь. Мы ездим в собрания, мы ездим на разные конференции, мы общаемся, мы радуемся жизни. А там, где мы раньше были, ничего этого не было. Там была грязь, ссоры, драки, смерти. А здесь мы живем, мы действительно живем.